2 августа в дневное время во дворе 28-го дома по улице Матросова произошла авария. Двигался автомобиль марки Land Rover в кузове светлого цвета под управлением неустановленного водителя, который, по предварительной информации, при выезде на проезжую часть по улице Матросова не уступил дорогу велосипедисту 2010 года рождения, который двигался по пешеходному тротуару. В результате ДТП велосипедисту оказали медицинскую помощь. Сам водитель покинул место аварии. По этому факту проводится проверка. Если вы стали свидетелем и очевидцем данного происшествия или вам известен водитель, сотрудники госавтоинспекции просят обратиться с информацией по телефонам на экране. Анонимность гарантируется.